нами был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого установлен контакт с этим должностным лицом. Впоследствии, значит, было предложено приобрести у него, ну не приобрести, а оформить с оказанием помощи в оформлении земельного участка. При проведении оперативного эксперимента мы попытались оформить 5 гектар, расположенных в непосредственной близости сельского поселения Александровка. Значит, нам была озвучена сумма вообще в 4 миллиона, но первоначальный взнос должен был составлять 2,5 миллиона. Вчера сотрудниками оперативного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления при передаче денежных средств в сумме 2,5 миллиона был задержан глава этого сельского поселения Александровка непосредственно в момент передачи. Он дал на сегодняшний день признательные показания. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.